Здравствуйте, дорогие друзья! И вот мы снова на рыбалке. Сегодня мы открываем сезон чувашского сускана. Жигулевское море, вот оно за нами, ждет и манит нас своими окунями. И мы идем, найдем сейчас этого окуня и поймаем. Вот наша команда. Ну что, отправляемся на лед. Вперед! Отсутствие снегопадов оставляет лед зеркальным, идти по нему то еще удовольствие. А идти надо аж вон до тех далеких деревьев. Ноги прокачиваются не хуже, чем в спортзале. А вот так вот выглядит дно подо льдом. Трава замерзла и стоит, дожидаясь весны. А мы на льду. И вот такое зеркало нас сопровождает на всем водоеме. Удобный портативный эхолот помогает быстро определить глубину и наличие активности подо льдом, что существенно облегчает поиск места и рыбы. Надо еще метров 20 пройти, да, до косы. Не везде еще ледок стал. Вот в районе локальной возвышенности лед еще не встал. И жидкая вода лишила нас возможности поискать горбачей, там, где они определенно есть. Ну да ладно, не беда, идем дальше. Просторы здесь огромные, ходить не переходить. Друзья и коллеги веерным бурением и повсеместным поиском находят хоть каких-то окушков, которые более-менее готовы откликнуться на зов наших приманок. Лаки вот поменьше есть. И что, ты решил все-таки на берег? Я на дальний кордон, так, к берегу хочу. Попробую почаще буриться, я думаю. Не составит мне труда. А там решим, если что, я все беру. Или наоборот. Вы меня. Все, давайте. Ну сейчас еще рано по времени, мне кажется, еще он. Все равно окунь сейчас пока еще не вышел. Времени его. Ну мы пришли, уже можно выходить. Как раз, как нам надо. Вот так вот, квадратно-гнездовым методом. Набуриваем лунок и идем в поиск. Раз, два, три, и меняем лунку. И нет пока поклевок. Ни в пол воды, ни у дна. К слову сказать, преобладающая глубина здесь порядка 8 метров. И легкие балансиры лежат в коробках. А тяжелых и объемных в арсенале не так уж и много. Поэтому выбор небольшой, и приходится ловить тем, что есть. Так, третий час поисков. Одна поклевка невнятная, и больше рыбы нет. Разбуриваем большие площади. Погода совсем ухудшилась. Пошел мелкий крупяной снежок. Видимость упала. Но нас это, конечно же, никогда не останавливало. Сейчас попробуем. Удивительно. Синюра.
и вот так вот заметает все вокруг. Видимость снизилась метров до 300. Белое поле. И только мы с удочками. После обеда, как предупреждало МЧС, зарядил ливневый снег и ветер. Берега стали в белой пелене, и без приборов на таких площадях очень легко заблудиться. Но благо снегопад скоро немного ослаб, и снова можно половить. Стоит в лунке много рыбы. Или не включили пока, или надо подобрать приманку. Сейчас будем подбирать цвета, размеры. Это не то, зачем мы сюда приехали. Наконец Саня подобрал проводку и приманку, и с 8-метровой глубины начали появляться первые экземпляры. Вот. Хорошенький. Найденный окушок. Долгожданный. Все утро лазили за этим вот парнем. Мучил нас, мучил. Смотри, погрызанный как будто, да? Какой-то это. Ну, щука, может, его там может, покусала. Пыталась. Все, продолжим наше увлекательное занятие. Че, какая глубина? Ну, где-то 8 с копейками, почти 9. Вот такие вот мелочевка с 8 метров идет. Да, мучает. Где же наши крупные рыбы? Вот они, красавцы. Какой подошел. Окушочек-то. Да. Еще и забагрился. Ну, это он просто промахнулся. Ну, ничего страшного. Ну, это же поклевка. 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 Самое главное. Из лунки вышел. Вышел. Все, улов. Да. Ну, так вот. Раз, два, три. 15 минут. И улов. Так, ну вот рука бойца балансир устала таскать. Пробуем на ратлин. Ох, какой красавец. А хрен знает, как он называется. Тяжеленький? До дна упадет? До дна должен. Вон он, смотри, вон у дна там. Сколько его там? Ну, прям стая идет. Вон, прям поднимается, смотри. Ратлин только увидали. Ага. Все, пошли искать его. Ну где же наши большие окуня? Стоит на 8-6 метров, а брать не берет. Аккуратничает он сегодня. То ли погодка влияет на него, непонятно. Ждем. Как говорится, на море можно хапнуть, либо не хапнуть. Выход окуня оказался кратковременным, и дальнейшее полоскание приманок результата не принесло. Да и времени уже много, пора собираться выбираться из соседней области до дома. Вот такое оно 1 декабря. Первый день зимы. Выпал хороший белый снежок. Никакого 0 градусов сегодня не было, ни дождя. В общем, прекрасно побродили по льду. Скользко, конечно, но ничего, для тренировки полезно. Нашли своего окуня и открыли официально зимний сезон 2019 года. Ура, товарищи! А наша программа на этом прощается с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!